новый район Крылатское с населением под стать небольшому городу. Мы выбрали для съемок типовой универсам. Простите, программа «Время». Позвольте нам принять участие в ваших покупках. Сколько у вас человек в семье? Трое. Трое. Мы засечем сейчас время, во сколько вы начали свой поход, и потом посмотрим, за сколько вы сумеете сделать его. Пожалуйста. И все-таки это не совсем типичный магазин. За 2 года здесь сменились 8 директоров. И вот 9-й, Тамара Григорьевна Толпыгина, согласилась принять универсам с условием: за недостачу – коллективная материальная ответственность. Это, помимо всего прочего, позволило варьировать рабочей силой. Смогли открыть свою маленькую пекарню. Теперь здесь горячий, прямо из печи лаваш. Со всего района за ним приезжают. Кафе. И жителям услуга, и магазину доход. При входе устроили автоматную, тоже добавка к товарообороту, и ребята заняты. Да, вот и наша покупательница. Простите, сколько у нас сейчас заняло времени? Посмотрим на часы. Так, 10 минут, 10 с лишним минут. Ну, не все удалось купить все-таки, что так? Практически все, да. Разовая покупка, на вечер, на семью, да? Да. Спасибо. Но в конце дня есть свой час пик. Вижу, очередь заметно прибавляется, а у магазина нет сил решить эту проблему. Хотя в подсобках работа кипит вовсю. На фасовку бросили и товароведов, и продавцов, задержали тех, у кого рабочий день закончился уже. Но труд ручной, медленный, не успевают. Простите, много приходится таскать тяжестей на себе? Ой, очень много. Очень много. Тяжело вообще. Здесь так не механизировано все, что все приходится. И контейнеры сами возим, все сами возим. И ящики поднимаем, потому что мало грузчиков у нас очень. Работа тяжелая, непрестижная работа. Поэтому и висят почти на каждом магазине вот такие объявления. Срочно требуется. В Крылатском скоро начнет действовать централизованный современный фасовочный цех. Какие-то вопросы он снимет. Но в целом по стране торговля, пожалуй, самая слабая в техническом смысле, отсюда и все проблемы отрасль. И на решение этих безотлагательных проблем нацелены сегодня активные материально подкрепленные действия, поскольку акценты в приоритетах сместились.